Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Resident Evil 6, мы с вами в ратуши, у меня нету патронов, нету хилок, и вообще происходит черти что и сбоку банки. Рассредоточиться, обыскать это место сверху донизу. Но эти коконы мы с вами видели уже. Их мы уже... Это люди... Я считываю сигнал жизнедеятельности. Они будто бы в коконах. Кто здесь? Ну, это все замечательно. Только вот... Воевать нам придется, это безусловно. Вопрос не в этом. Сюда, судя по сигналу, с той стороны двери что-то есть. Пирс, Финн, вы со мной. Остальные продолжайте обыск. Штаб, трое отделяются от основной группы. Идем дальше в здание. Ну так вот, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что я в принципе не против-то, но проблема в том, что нету патронов. 10 патронами воевать, мягко говоря, очень странно. А судя по всему, здесь намечается какой-то такой не мелкий замес. Ну привет, игра, да. Мне это так надо. Вот эти чудные эмблемы сбивать. Ну, как вы поняли, я ношусь по периметру в надежде найти патроны. Вот. И, откровенно говоря, меня все это начинает потихоньку раздражать. Это очень странная компания за Крисом. Очень-очень странная. Надеюсь, у меня хватит терпения ее допройти. А потом сделать перерыв в шестом резике, потому что это невозможно. Ну чё, заходим, чё. Роджер, Петя, Вася. Чё здесь? Ну понятно, да? Добротой здесь, в общем-то, не пахнет. Дружелюбием тоже. Это ада. Слушайте, а мы часом не в том месте, в котором встретили Леона. О, давай, ты мне как раз очень нужен. Давай. О как. Прекрасно, прекрасно. Тут же патрончики насыпали. Я так понимаю, мы сейчас будем вести бой. Пройди, пожалуйста, вести бой в режиме экономии патронов. Есть чем мешать, не с чем мешать. Прекрасно. Так, патроны на дробаш скинули. Там я еще на столе видел патроны. Давай, перезаряжай. Прекрасно. Хила у нас нету. Потому что одна травка, табла не в счет совершенно. Ну ладно. Что здесь? Ну, очки опыта, нам они нужны, вы знаете. Мы так в них нуждаемся. В этих очках опыта, что просто обалдеть. Быстрее, Крис, быстрее. Прелест какая, да? А, ну тут только так, да? Один из них вылупляется, сэр. Сообщите в штаб. Роджер, ну давайте. Там он что? Ну это какая-то броня, скорее всего. Я так понимаю. Пройди, пожалуйста. И мне предлагается его убить. Без патронов, судя по всему. Да, я правильно понимаю? Да? Ну и чё, ему по барабану. А, ну нормально.
Короче, броньку с них снять надо и все. Это все очень ну прекрасно вообще, замечательно. А мы в состоянии их победить? У меня патронов нет, серьезно. У меня тупо нет патронов. А вон что-то ей лежит. Ну возьми, пожалуйста, Крис. Я очень неправильно себя повел сейчас. Неправильно выстрелил. Так, что у нас? А, ну давайте спекали. А, так они все уже, оба. Оголены. Что, сложили, да, сложили. Ну что ж, это неплохо, это неплохо. Давай. В смысле? О, еще один. А тот, походу, и не дох вообще. Ну, может, ты сдохнешь, а? Хорошо, после того, что они падают. После падения. Они что-нибудь после... Ага, оставляют. Нет, ничего не оставляют, кроме нафиг мне ненужного в данный момент опыта. Ну, давайте пройдем, что. Мне показалось, или там оружие было? Ну давайте, пацаны, снимайте с них там опыт, что там у них. Не, надо, наверное, не с лица стрелять. Угу. Да. Ну повернись. Пошел вон. Есть еще что-нибудь? Пирс, ну давай! Чё, снимай с него броню. Замечательно, да, вообще? Что разрабы курили? Я не знаю. У нас на обычной сложности нет патронов. Тут... Да, да, всем страшно, очень-очень страшно, да. Пацаны, ну снимите. Так, со спины, что ли? Да, со спины. Чё, бежит? Где он? А, вон он. Пошел вон! Ну сейчас будет отхил, это нормально. Все? А, сдох. БО нейтрализовано. Обыщем остальные помещения, но будьте наготовы. Вот как это мне комментировать? Нет, я понимаю, что основа резидента — это опустошение отстрела инвентаря. Что вот это? Как воевать? У меня патронов нет. Да. Нормальная сложность, я напоминаю. Чё? Ой, у нас 10 патронов на пистолет. Какое счастье. И бестолковые светошумовые гранаты, да? Это да. Ломается? Это не ломается. Так, сейчас я наушники поправлю. Ой, божечки мои, божечки, что это такое? Не знаю, кто это, спам, наверное, какой-то. Да, 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 мы продолжаем страдать в Resident Evil 6. Да, в компании с Крисом. О, ты мне как раз и нужен. Давай, Крис. Можно мне что-нибудь взять? Ой-ой-ой, патроны дали. Офигеть, 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 офигеть. Все? Кто там? В кого? А, ты что ли?
Как вам, друзья? Экономия патронов. Тут забрали. Мы очень много патронов слили на вот этого вот гориллу, которая была предыдущая БОО. Это у которого мы шланг выдрали там из задницы или откуда. Потом ему в этот шланг рог вставили или что мы там делали. Так, вот это уже... Неплохо, неплохо. Крис. Вот. Давай. Замечательно, я доволен, я доволен. Крес. Очки опыта. Ой, это так нужно. 50 очков опыта. Они тут решают вообще. Жизнь от этого зависит. Ой. Смотрим по сцену. Капитан. К-вирус. Так его называли партизаны. А вот и кавалерия подоспела. Кто вы такая? Я здесь работаю. Меня зовут Ада Вонг. Меня держали в заложниках. К-вирус? Должно быть, именно так и появляются эти Джаво. Да, что-то такое я слышала. А что вы еще слышали? Может, вы сначала опустите свои пушки? Назови хоть одну причину, зачем нам это делать. Нео Амбрелла? Это организация, которая поддерживает партизан. Ну, по крайней мере, они ее так между собой называли. Значит, вот откуда взялся К-вирус. Это все, что я знаю. Спасибо. Мы оценили вашу помощь. Финн. Ты отвечаешь за ее безопасность. Есть, сэр. Приглядывай за ней. Так точно. Коза. Мы нашли одного из сотрудников. Возвращаемся в фойе. Идем, я покажу вам короткую дорогу к выходу. Подожди, пока дороги показывать. У меня патронов нет. И на случай всемирного шухера стрелять мне, чтоб тебя защитить, не в кого и нечем. Трава. Ну что ж, неплохо, неплохо. О, что здесь? Давай. Превосходно. На дробаш по-прежнему ничего нету. Ну, с пистолета будем воевать. По возможности вообще придется воздержаться от перестрелок. Таких, если будет 1-2 противника. И руками их убивать. Патронов нет. Черт, они повсюду. Нам не выбраться. Поднимаемся на второй этаж. В фойе слишком опасно. Так, это мы вернулись. Пошли. Тут есть путь на второй этаж. Я советую пойти туда. Тут есть что-нибудь, нет? Ну, потрошечки. Ладно. Пирс или как тебя там? Где ты там? Давай. Она кого-то отрезала? У ваших друзей дела идут неважно. Мэм, пожалуйста, не путайтесь под ногами. Что это такое? О! Что это за говно? А, я думал, мы его сняли. Что это за говно? Мы не можем идти дальше, пока не уничтожим всех врагов. Там они что-то плюют, да, чем-то?
Да. О, вот говно, а? Ты посмотри на это говно. Когда этот дым появляется, они что-то плюют чем-то, конечно. Не попадаешь, да? Так, быстро. Быстро, быстро, быстро. Да быстрее! Так, что после этого говна вылезет? Ну-ка. Сдох. Пока вокруг враги, идти дальше слишком опасно. Да никто никуда дальше не собирается идти. Так, ладно. Да где он? Они слишком быстрые. Где это говно? Ну-ка. Вот здесь. Все враги уничтожены, вперед. А, всех, да? Эта дверь ведет на склад по соседству. Через него можно выйти наружу. Вот это? Подожди. Что происходит? Что? А, ну понятно. А я и не знал, что наши напарники кого-то убить могут. Я прошу заметить, патронов так и нет. Ну и чем нам вести, дробашом? По всей видимости, да. Давай. Как меня бесят эти свистопляски с оружием, как в Думе, который был Этернал. Для этого врага вот это оружие надо, для этого... Что происходит? В смысле? Опять? Ну, по всей видимости, да. Мне страшно. Кто-то тяжело здесь бегает. Вот скотина. Так, короче, пошли они в жопу. У меня нету столько патронов, чтобы вести с ними перестрелку. Тупо нет. Мы почти вышли. Держитесь, парни. Yes, sir. Ну, нету патронов. Что я сделаю? Вести бои, чтобы шириться по закоулкам в поисках патронов, это, мягко говоря, очень странно. Идемте. Так, тут все выходит. Может, там и были патроны, но это бред. Дробаш очень медленный под них, очень. Там пистолет-автомат нужен. Под вот этих вот стреляющий говном каким-то. Куда она подевалась? Финн! А мне откуда знать? Только что тут была. Не, нормально вообще? А, да. Спасибо, что проводили. А вот вам сувенир на память. Это нормально? Она нормальная вообще? Крис ее защищал? Нет, она людей убивает. Нет, черт возьми, нет. Финн, держись. Нет, только не так. Капитан. Проклятия нет. Финн. За что она убила людей? Или он эту тварь защищает? Или тут какой-то клон был Ады Вонг? Я не понимаю. Капитан, надо уходить. Она людей убила.
Ну уже уходим. Как после этого можно выжить? Крис! Крис! Да. Именной жетон. 23 тысячи. И что я тут на 23 тысячи накачаю? Ничего. Какая мразь. А, это уже зачистка идет. А, 30 июня 2013 года, вайп Китай. Понятно, то есть это то, что предшествовало. Те события, которые сейчас Пирс, были, это было перед. Сэр. Пирс, да, сэр. Что случилось с Адой Вонг? Вы вспомнили. Капитан. Где она? Она глава Нео Амбреллы. Все эти террористы, она в городе или нет? Ее видели несколько раз с тех пор, как начались нападения. Да, она здесь. Скажи людям, что мы выступаем. Есть, сэр. Направляйтесь. Будьте прокляты, Вонг. Направляйтесь к цели задания. У нас задание направиться к цели задания. Ой. Наверное, кривой перевод. Наверное. Ну нет, прыгнуть отсюда мы не можем, конечно же. Правильно? Правильно. Сюда нет. А, так. Тут ящичков для нас не припасено никаких. О! У нас божественный отхил. Что это? Дерьмо. Что это за... Альфа штабу, атакуем противника. Пирс, Марко, все за мной, мы идем за этой тварью. Вы слышали, командир, бойцы, вперед. Вперед. Спасти оперативников АПБТ. О, я только за, только это. Дайте патроны, а то спасать нечем. О, да. Тоже ничего нету. Ну, я так понимаю, сейчас она, наверное, будет потихоньку жрать. Там нас, оперативников. Она что, я так понял, невидимая какая-то. Ну, да, судя по всему. Вы поняли, да, что я здесь кручусь? Патроны найти пытаюсь. Ящики. Ничего тут нету. Ага, так тут же можно приоткрыть ворота, чё, в чём проблема? Кровяка. Кровяка. Что? Угу. Так, зелёная, красная трава нам нужна. Так, быстро развороты в игре работают, это конечно вот так будет, да. Настреливаем эти символы, не знаю зачем я их настреливаю. Может быть польза какая-то будет. Okay,
Ладно, заходим внутрь, но надо быть осторожней. Мне бы этих джаво, чтобы я им все на свете поотрвал. Стоп. Ё-моё. Ну-ка. Ну вы по... Нет, ну вы понимаете, я не могу взять это. Ой, ё-моё. Нет, вы видите. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно. Сколько там, 20 патронов было? Можно вас, молодые люди? А если так? По местам, бойцы. Давай. Сдох, сдох. Патроны. Давай, перезаряжай, Крис. Так, хорошо. Будем теперь внимательно смотреть, а то там я патроны профукал. Так, теперь тут. В принципе, наверное, можно было меньшим количеством патронов обойтись. Ну ладно. Будем экономить ресурсы. В активной шутерной кампании за Криса. Да. Да залезь. Я с вашего позволения. Конечно. Где кто где? Давай, Крис. Где это говно? Превосходно. О, нормально мне, душевно, душевно. Засадили. Давай, давай, умирай, тебе пора сдохнуть. Но я очень сильно рисковал, это неоправданно, видите? Чем в итоге все это закончилось? Тем, что у меня... Он меня один раз ударил, и у меня, сука, там слетело 4 кубика хп слетело. Ну ладно. Будем тогда не так активно их бить и в ближний бой вступать после того, как мы их слегонца задамажим. Потому что ресурсов ни черта нету, а ящик есть. Даже 2. И, конечно же, очки умений. Ну куда ж без очков умений? Туберкулезники. Мне вот интересно, а... Чё, не получается, да? Чё там после него упало? Чё-нибудь упало? А, у нас же ещё есть 2 таблы, давай. Ничего не упало? Как так? Это что там? Вот эта мерзость, бегающая по полу быстро, да? Можно я патроны возьму, а то у меня патронов нет. Отсюда ты перелезть не можешь. Да пройди. В сторону. Ха-ха.
Хорошо. Ну, неплохо, в принципе, неплохо постреляли. И, конечно же, очки опыта. Ну. Представляете, идете вы куда-то выяснять отношения, а вам опыт скидывают. Так, о, ящики вижу. Спрей. Игра, ты иногда нас любишь, что ли? Я все хочу понять, как на них флешка действует, на вот этих, которые оборачиваются, превращаются вот в это, какую-то плюющую паутину. Все никак не получается у меня этот момент прочухать. Так, ну сейчас будет сохранение у нас катсцены. Так, это... Они живы. Они были объявлены пропавшими без вести 6 месяцев назад в Эдонии. Что это? Так, все понятно. У них на хвосте Нео Амбрелла. Капитан, рассредоточиться. Уничтожить этих поганых тварей. Так, помогите Шерри и Джейку. Капитан, это Марко, у них бронированный вертолет. Обычным оружием его не взять. Ну пойдемте искать что-нибудь. Нам надо защитить их двоих снизу. Ну, я надеюсь, что мы что-нибудь найдем. Забудьте про вертолет, атакуйте Джаву. Да. Так, с вертолетом мы разберемся. Сейчас Джаву поатакуем. Так сказал боец Крис. Так, что у нас? Про вертолет забываем, да? Что это такое? Капитан, это Китан. Я не могу связаться с этими двумя операциями, они не отвечают. Уничтожим врагов, после этого пусть выбираются сами. Так, давайте. Так, отсюда у нас нормальная позиция. Сложили мы? Вражин. В кого там они стреляют? Я никого не профукал. Что это происходит? Кто по нам стреляет? Я просто не вижу. Но вертолет понятно. О! Это что за кентавры? Так, я раньше никогда не видел таких мутантов. Отдыхай, осторожно, эти твари отлично прыгают. Мы их не бросим, эти ублюдки сегодня так убили слишком многих. Прикроем их, положим всех этих Джаву. Ща положим всех Джаву, да. Отходим, отходим. Давай. Давай. Давай, Крис, быстрее. Вот так, отлично. Чего-то фармим. Так, ну что, еще не все? Иди отсюда. Все, давай. Превосходно. Так, ну это слишком роскошно по ним бить таким оружием. Во, давай, Крис, перезаряжай.
Теперь что? Не, вопрос не в этом, а мне вертолет чем сбить-то? Так, что там? Еще несколько осталось, да? Это прекрасные новости, я хочу сказать. Вы видите, да, вот это уродство? Так, патроны, патроны, быстренько, быстренько, быстренько. Хорошо. Там уже и вертолет подсветили, да? Ну, вертолет. Слышь ты, каратист. Тоже мне. Тэквондист засратый. Так, пойдемте. Там еще. Так, и что мне с этим вертолетом делать? Да быстрее. Нам нужен какой-то крупный калибр. Потому что с обычной оружки я его не подобью. Давайте. Так, нам дали автоматные патроны. И чё? А, понятно. Вон он висит. Это последний. Я тоже хочу такую, как у тебя пушку, Пирс. Ну и чё? Да нет, это бред. Надо искать другой калибр какой-нибудь. Тут есть что-то? Нужен другой калибр. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я не вижу. Ну ё-моё, я ж с пистолета по вертолету стрелять не буду. Или с пистолета стрелять? Ну, видимо, да. Давайте с пистолета по вертолету стрелять. Но он бронированный. Прямо бесполезно стрелять. Так. Ну-ка. Давай. Ничего тут, да? Друзья мои, я не знаю. Может, у кого-то что-то отобрать здесь надо? Сюда мы ходили? Да, ходили. Но здесь ничего не нашли. А есть что? Нет. Ладно, давайте попробуем как-то на ту сторону перебраться. Может, я что не увидел. Но это очень тупо. Сделано, конечно, это странно. Так. Но здесь мы с вами были. И вход, и спуска я там не увидел. На то, когда мы были на той стороне, там я видел лестницу. Нету.
Я его ни с чего не убью. Здесь нужно что-то тяжелое. А где это тяжелое взять? Так, может тут? Нет. Сюда. Ну-ка. Нет. То есть это надо было, чтобы... Господи, какая чушь. Вертолет улетает. Это было бы слишком просто. Вперед надо идти. Капитан, мы должны вывести этих двоих отсюда. Сами они не выберутся. Мы выдвигаемся вперед. Мы взорвем дверь, приготовьтесь. И что в итоге? Я так и не понял, что в итоге. Мы позбивали, убили всех. И в итоге вертолет улетел. Это как-то тупо очень. Интересно, у них ноги как у кузнечиков. Мне все равно, кто они такие. Главное, чтобы они умирали, когда их убивают. В итоге вертолет выпустил какую-то ракету. Освободил путь. И вот мы идем, да? Замечательно. Нет, подождите. Они каким образом сюда поднимались? Джейк и Шерри. Я хочу это понять просто. Стоп. Ну и... Не понимаю. Все. Прохода нет. Не знаю я, короче. Бегали. В итоге вертолет выпустил ракету и улетел. И чё? Очень странный вертолет. Опять взрывается. Так. Пойдемте. Так, что у нас? Хилок нету. А, у нас спрей есть здесь еще, так что не проблема. 13 этаж. Так, тут есть что-нибудь? Ничего здесь нету. Ну, в принципе, неплохо отстрелялись. О! О! Так, сейчас у нас начнется массовая перезарядка. Все? Да, прекрасно. Опять взрываем? Ну ладно. О! Roger. Оружие. Опять вертолет. И спрей. Гранатомет. Вертолет вернулся, чтобы закончить работу. Штаб, прием, это Альфа. Теперь вертолет атакует нас. Слушать мою команду. Так, все, сбейте вертолет. Сейчас собьем. Так, дай мне, пожалуйста. Вот. Мне на поверхность. На поверхность, пожалуйста, выйти. Вот. Господи, да как ты задолбал! Встань, полудурок! Вставай!
Как ты надоел уже, да, вот это падение, вот эти, вставай! Так, что там у нас? Да я отхилиться хотел. Как меня раздражают вот эти его падения тупые. И лежит. Так, все, сохранение прошло у нас. Ладно, сейчас собьем вертолет. Так, все, спрей я забрал. Вертолет вернулся, чтобы закончить работу. Штаб, прием, это Альфа. Теперь вертолет атакует нас. Так, что там, да, сбейте вертолет. Сейчас собьем, иди сюда. Да давай, вставай. Так, напарнички, давайте. Поддерживайте меня. Вставай. Так, где это говно? Давай. Нас опять убили? Быстро, быстро, быстро. Хорошо, вставай, Крис. Быстрее, быстрее это надо делать. Ну-ка. Ну, похилиться надо, похилиться, да. Да забери ты этот спрей грёбаный. Вот так. Перезаряжай. Сейчас разберемся с вертолетом. Вертолет от нас убежал, что ли? Да, он нас боится, вы видели это? Так, напарнички, решите проблему с этими кузнечиками тупыми. Вставай. Еще не все? Ну какой живучий вертолет, я вам хочу сказать. Все. Капитан, их нельзя отпускать. Наше задание уничтожить БО. Но за ними охотится не Умбрео. Я сказал, наше задание уничтожить БО. Бэлли, я следую за этим БО. Ада не уйдет безнаказанной. Капитан, пожалуйста, вы все должны обдумать. Так, что у нас? Чё, мы восстановили ресурсы? Так, серию надо вообще заканчивать-то по-хорошему. Ну, судя по всему, она у нас опять уйдет ближе к часу. Ну, ладно. Бо, а может и нет. Может, сейчас сохранение будет. Сохранение? Неконтрольная точка, сохранение. Alpha Team HQ. We're in pursuit of the target. Отряд Альфа-штабу. Так. Отыщем, да, но в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на YouTube, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч, всем пока.